Эх, печаль, беда, господа. Финту, хуйло. Это последние новости данного проекта. Мы очень волнуемся. Все тормозит, и это очень смущает комса. Вокруг одни управляющие пределы. Ай, когда же варвар возьмет такую плюшечку-то себе? Пингвины за ультиматум, ага. Да вот чую, сегодня будет жарче, чем обычно. Осталось меньше минутки. Вроде бы все сожрано. Почему все думают, что нам топом ничего абсолютно не надо? Нам еще докачаться до максимума, блять, как до луны пешком. НЛО все закачать во всех кладках. Че там еще? Зодиак выловить. А когда все уже будет, камни все седьмые. А когда все сделаешь, надо будет зачаровывать шмотки вечно, блять, перед каждым боем. Постоянно алмазы будут куда-то нужны. Переделывать шмотки там, точить в алмазы. Короче, ужас. Блять, нахуй. Простите меня за маты ебучие. Потому что я сейчас опять буду... Короче, я сейчас буду мало пиздеть, вообще почти не говорить, потому что я должен быть сконцентрирован на том, что здесь происходит, блять. Происходит ебаная смерть со скилла. Да, Маха, я тебе говорил, такая хуйня. Нынче тут какая-то бред, кто-то пиздец неубиваемый. Последнее время стал. Увы и ах. Я типа, блядь, поздно подбежал. Вы видите, у меня уже все слетело, я даже не знаю, по какому, как оно у меня все слетело, блядь. Я вам говорю, танки это, блядь, не танки, это какая-то хуйня ебучая. Танки должны удар держать, они вообще ничего не делят, просто не держат, блядь. Танк. Танк должен держать несколько скиллов. Видите, мне даже дамага не хватает, блядь, лука выбить. Зато у него хватает просто пульнуть меня, блядь. Вся моя броня по пизде пойдет. О, видите, я даже, блядь, дойти не смог. Просто подбежал, блин. Потому что некрам нихуя целить даже не нужно, блядь. Кнопочку нажал, сиди кури. Такая вот байда. Ну что такое? Я вообще не понимаю, что происходит. А, что это? А, то у меня еще, оказывается, тормозня какая-то. Почему? Я же вроде по вайфайшке сижу. Луки-хуюки, все взвизнули, блядь, и тормознутый вар нихуя сделать не может, пидорас ебучий. Лежит за своей тыквой своей гребаной. Что-то, блядь, сгнил там. Где, блядь, тыква на башке сгнила, пидор. Вообще не понимаю, нахуя вообще вар, блядь, придуман в этой игре? Ни хера не может. Он поэтому и сделан медлительным, потому что он должен держать удар, он должен идти как танк, напролом, блядь. Стоять, сдерживать, быть в гуще событий. А в этой игре, блядь, идешь в эту гущу нахуй, и тут же просто подыхаешь, все, тебя нет. Все. В чем вообще смысл, блядь, этого танка? Танк. Тут, блядь, мага обычно тонкого, ебаный в рот сделал баф.
тонкого мага нахуй бил. Ну, по сути, должен быть маг тонкий, а он, блядь, толстый. Бред, блядь, сивой кобылы. Короче, роль у варвара, вот я смотрю, вот, вот блядь, дамаг вроде качаешь, а толку никакого нету, потому что изначально у варвара мало, блядь, дамага как такового. Я полагаю, варварам надо, блядь, я не знаю даже, что делать. Вроде жир качаешь, он не помогает. Качаешь урон, пренебрегая жиром, ты не можешь никого пробить. Что за херня, блядь? Получается, надо просто... Ёбаный, блядь. Надо, короче, просто даже тут у варвара смысл не в килах таковых. Ему нужно просто наподлить. О, блядь, нихуя. Ему надо просто подлить. То есть забегать в кучу и я немножечко на себя принимаю удары, блядь. Пока на тебя отвлекается все, вот смотри. Ну, ёбаный брат. О, ничего делать не смог. Надо просто подольше жить, блядь. Пожил нахуй. Подольше пожить, чтобы остальные могли подамажить. Потому что у них, я бы зарел эту чипу, чип просто стоит, у него, блядь, где-то я заметил. А у него дамаг 480 нахуй с чем-то. У меня, блядь, 340. Сразу видно, блядь, кто дамагер, а кто нихуя не дамагер. Поэтому ловить нечего нам, так сказать, в бою. Наша цель только вот забежать в гущу где-то стан. А, ну, кстати, вот смысл этого такого варвара у него был в стане. Он мог станить там, он из-за этого мог продержаться в битве. Но после перерода все урезали, стан урезали в шмотках на башке. Антистан у всех по умолчанию причем. Не антилёд, блядь, не антигроза, антистан. И варвар, единственная его черта, которой он отличался от всех, ее просто почикали, и теперь он даже станет не в состоянии. А если он не станет, он просто труп. Нет, Дишечка, ты была далеко уж. Прости, куда ты хотел там что-то пульнуть, что ли? Нихуя не видит монгол Шуудан. Я буду тебя из последних сил тут ковырять. Видите, я даже монгола не могу убить. Я ему весь редкий въебал. И там еще какой-то скилл 5 ударов. И ничего толком не произошло. Я просто уже не знаю. Я уже все скиллы перепробовал. Куда качать варвара? Варвар, объясните мне, куда еще нужно качать варвара? Дамаг? Он не дамагер, блядь. Жир? Он не держит ничего. Стан? Он не станет нихера. В чем прикол вообще? Вот только вот этот еще станет, но он на одну секунду буквально ничего не произойдет. Блять, за эту секунду ничего сделать не может. Потому что у варвара очень медленные скиллы, блять. На нахер. Кто-то вышел, он даже чип, он тоже как танк, да, но у него, блять, вот даже скиллы смотришь, блять, пассивки, они, блять, более такие. Ну, хороший, нет места жить, блядь. Короче, я буду тебя сейчас вот так вот пытать. Последних сил, нахуй. Нету ваваши. Ой, у меня же скиллы, сука, ебучки мои, нервные говнючки. Не, не вывезем на этот раз. Ну, ничего страшного, бывает, все бывает. Блять, я звук отключил, потому что я сейчас вот вроде говорю громко у себя дома. Орать не могу, потому что, блядь, жёнышки. И звук в телефоне тихий. Но он почему-то всё равно записывается, блядь, громко, нахуй. Ну, чё такое? Опять какие-то станы, льды, блядь. Чё происходит, нахуй? Так, мне надо делать станы вот на этом чувачке. Пятачке, блядь. Лучше без звука, да?
друзья мои. Хуй с ним, с этим. С этим дыч-дыч-бац-бац-дыч-дыч. О, видите, у меня даже скилл 5 ударов нихуя не отнимает. А как так нахуй? Ладно. Поэтому и... Доля такая у варвара. Поганить. На больше он пока не способен. Потому что вот у него редкий, он в 20% случаев станет... Ну, блядь, гроза это и как он там называется, электрохуйня. Все, не могу слов подобрать. Вот. Поэтому даже дело не в дамаге, а в том, чтобы в пати как можно стараться как можно больше создавать разного рода неудобства врагам. А я, блядь, стараюсь бить. И варвара вот тоже мы все качаем, чтобы кого-то высекать. Высекать надо, когда один на один. А мы же не один на один. Тут есть в пати другие дамагеры, поэтому надо... Немножечко... Вот лук. Просто стрельнул пару раз. И все, все сдохли нахуй. Костюмчик хороший там был у чувачка. Костюмечек. Не, Дишечка, ты уж извини. Я, конечно, на тебя возлагаю надежды какие-то. Но, увы и ах. Видите, вот и вся битва... Дишками. Ловушки и слоны друг на друга. Да усрачки кидают, 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 кидают. И так можно было полчаса воевать. Вот такая вот битва грандиознейшая у нас получилась. Ну что? Ой, напишите мне в комментариях, как качать варвара. Не до танка, не до дамагера, блять. Куда ни вложи, везде сдох. Ну и что делать со станом? Почему он не станет нихуя у меня? Почему? Почему мы не можем сделать фиол? Видите, какой у меня дамаг? Или у чипы там под 500, или у меня? Ну что это за дамагер? Почему нету шапки фиольной на что-нибудь другое зачаровать? Минус там, антизаморозка. Почему я не могу это сделать? Почему мне по умолчанию? Почему я не могу сделать бижу, блять, на там сила, да? А я, может, хочу не на силу сделать, а на стан. И пусть у меня будет фиол со станом, чтобы я бегал и станил. Две бижи на стан возьму, чтобы у меня там за 100% был. И погнал хуярить всех. Дело же не в дамаге, ж правильно? Главное, чтобы все шарики за ролики у всех были. А в итоге шарики за ролики не могу. Порезано. Дамаг не могу. Его нет. Жир не могу. Потому что я 13 лямов вкачал, умер со скилла. Что у меня? 10 лямов в жир ударился, умер со скилла. Танк, блять. Т-34, нахуй.